Привет, мои любимые подписчики! Сейчас, как всегда, у нас в начале нашего видео мы разыграем чокер для победителя видео еще про короны. Я напоминаю то, что я выкладывала там кота или ремонт броши, это не считается. Вот я беру свой рандомайзер, вбит у меня уже, и генерирую. Итак, у нас вот 47-е видео продолжение. Дальше, и победитель у нас Пушкин Талантище. Черт возьми, я с вами согласна полностью. 5 лет филфака, 3 года аспирантуры дают с вами. Просто не то, что нельзя спорить, а абсолютно с вами согласиться. Итак, не знаю, как вас зовут, к сожалению, Пушкин Талантище, это правда. За то, что он талантище, вы получаете такой вот красивый золотой чокер. И... Мне понравился комментарий про вашего кота, которого просят в подарок. Кота в подарок, к сожалению, я никогда не отдам. Чё, к сожалению, так счастье, черт возьми, оговорилась по Фрейду. Поэтому, ну, досмотрите видео до конца, да будет вам счастье. Так вот скажу. И следующий победитель, который посмотрит, лайкнет, подпишется ко мне на канал, получит вот такую брошку. Все, весна, все расцветает. Не смотрите, что вам кажется, что она такая вся такая некрасивая. В этой брошке много смысла. Во-первых, это натуральная розовая яшма. Это натуральный камень. Жемчужина здесь тоже натуральная. То есть посмотрите, в какие лапки она взята. Красивые, фигурные. Поэтому вот. Все, видите, приклеено, все замечательно. Поэтому такие вот дела. И, как я уже сказала, будет вам счастье в конце. Вот. И еще я одно видео добавлю, потому что перед Мефодием, потому что там я вам обещала, вы увидите видео, а видео это действительно будет очень интересно, потому что такой дорогой коробки я еще не привозила, и таких и столько много дорогих вещей. Я вам покажу, как там был мелкий дефект на одной броши и как его исправили. Вот, всем спасибо, смотрим видео, и не забывайте, подписка, лайк и комментарий, а победителя я жду, который постучится ко мне в WhatsApp или в Viber, отправит скрин, где он у меня подписан, где стоит лайк, ну, комментарий, естественно, не надо мне отправлять, я по нему вас нашла. Все, смотрим видео. Привет, YouTube и мои подписчики. Мне пришла коробочка. Я ее уже открыла, потому что я забыла включить камеру. Простите меня, такое бывает. Но места мне здесь нету, поэтому давайте я ее спущу и буду доставать, так сказать, по несколько вещей сразу. Так, 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 тут у меня пупырочки, пупырочки. Что такое? Thank you, thank you. Приятно. Это всякие, это продавцы пишут. Так, у меня здесь не очень, как говорится, много всего, но очень так достаточно дорого-богато. Вот так примерно у меня. Так, давайте я поставлю на коленки, чтобы сильно уж прям так не сгибаться. И начнем с того, что вот первое я вытащила. Мне вот так вот завязали бантиком. Бантик нахрен. Пупырка. Пупырка — это хорошо, да еще закрывающаяся. Закрывающаяся пупырка — это вообще замечательно. Тут ордер, то, чего я купила. Так, фирменная ибеевская бумажка. И здесь у меня корона. Ух ты, ешь ты, господи. Все на месте, все живы. Еще раз. И здесь у меня корона от Давида. Давид — это у нас фирма. Мало что знаю. Знаю, что первоклассно просто делалось все. И первоклассно использовались кристаллы разные. Действительно. И в основном использовались только кристаллы Сваровски. Действительно, мерцает просто. Зашибец как. Люблю мое любимое слово. И это еще не все. Вы видели такие, примерно такую корону, но вы не видели ее набором.
такие прекрасные, прекрасные. Прямо тыльная сторона покажу. Замечательное состояние. Такие. Я просто сама еще замираю, поэтому так немножко. А такие вот замечательные клипсы. Долго думала. Посмотрите, какая красота. Действительно, поистине королевская. У нас было видео с коронами. Ну вот, видимо, знаете, оно бы там заняло бы одно из центральных мест. Здесь микрожемчужинки в идеальном состоянии. Здесь чуть-чуть потерто. Я уже говорила, что здесь, если это винтаж, то на это просто уже не стоит обращать внимание, потому что как ни крути, всегда-всегда такое происходит. Потому что жемчуг – это очень тяжелый, так сказать, металл. Ой, металл какой-то, материал. Даже если ты пытаешься с ним очень хорошо взаимодействовать. Следующее у нас почти не упакованное. Это вот такое интересное яблочко. Это красное яблочко, надкусанное на пьер. Конец 50-х, начало 60-х годов. Вот, посмотрите. Это у него очень-очень-очень такая толстая эмаль. Перламутрового такого оттенка. И вот такие вот прекрасные стразы. Яблочко такое насыщенное, наполненное. Вот, пожалуйста, на пьер, уже прописным. И вот такая вот красота. Яблочко. Я вам показываю. Королей, яблоки. Красиво, черт возьми. Ты что, картон? Корону толкаешь-то? Так, в тему яблок. Я просто знаю уже, что в этой малютке мне продавец писал. Помните, у меня была золотая груша, которую я нашла в ломе. Вот это вот продолжение коллекции, ее которую сняли, и ее заменили вот на такие красоты сада. То есть они стали меньше и объемнее. Вот это золотое яблочко. Тоже середина и конец 60-х. Здесь позолота попроще, 12-каратная. Видите, прям как настоящее яблочко. Это яблочко на пьер. Посмотрите. Вот эта часть подвижная. Сейчас я вам все покажу, не волнуйтесь. Тут все красиво. Все в идеальном состоянии. Такое ощущение, что и вообще никто ее не носил. И очень здесь пропечатанная маркировка. Сейчас я ее сначала сама хорошо найду, чтобы вам показать. На пьер. Самое смешное, на eBay я ее видела. Я серьезно, на eBay же я тебя видела. Я тебя поэтому и покупала. А, вот, все, 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 все. Нашла, нашла, нашла. Вот это вот несчастное нацарапание букв. Вот для вас это, наверное, все размыто. Я вижу буквы. Это на пьер здесь написано. Вот. На пьер. На пьер. Это тоже коллекция, называется «Сокровище сада». Вот именно на эту коллекцию и заменила на пьер свои те позолоченные груши, яблоки и прочее. Вот такая вот красота. Я не знаю, как ее тут так расположить, чтобы вам ее было и видно. Ты что листиками трясешь? Не тряси, неприлично. Девчат, пока я ее уложу, пол видео пройдет. Давайте вот она стоит с нами. Так, идем дальше. Дальше мы идем и открываем прекрасный крест. Прекрасный, много коробочек. Люблю, когда много коробочек. Я девочка. Девочки всегда любят много коробочек. Так, и вот такое вот чудесное. Я просто тут под рукой в коробку, потому что там будет далеко наклоняться. Вот так. Да, вот здесь вот нет, вы сразу все заметили. Именно поэтому я немного купила дешевле, иначе бы у меня просто тупо денег не хватило на эту красоту. Это точная копия
еще одного креста от Флоренцо, но сделано это Джоан Риверс. Тоже очень недешевая фирма, позолоченная. Я уже заказала на Итси кристаллик, если он все будет хорошо, вот такой вот. Здесь очень мелкий вот такой вот кристаллик, но если что, придется брать то, что придется. Или обточит мой ювелир, или еще что-то. Но вот такая вот красота. Посмотрите, какой насыщенный цвет красного, белые. Вот эти все лучи вообще просто в замечательном состоянии. Тоже брошь высокая, но не, конечно, не такая, как знаменитые мальтийские кресты Флоренцо. Но она достойна. Она достойна, черт возьми. Так, яблочко, я прошу тебя не обижаться. Мы на твое место сейчас поставим вот этот крест. Давид не падает. Я, конечно, понимаю, от Джоан ты уже сошел с ума, и твои корни уже пустили. Вот так вот. Конечно, красный на красном у Бога, но... Ну, давайте мы меня простим эту маленькую милость. И поехали. Сверток. Сверток. А что, сворачивали, если и так все, в принципе, видно. Да, это он. Вы видели. Не буду повторять историю, лишь расскажу, что Флоренцо трехцветный, красивый, дорогой, прекрасный, обожаемая мной единственная геральдическая вот такая вот форма. И вообще обожаю, красота непередаваемая. Вот это тоже красиво очень. Попыталась чихнуть, извините. Дальше. Вот такой вот сверток. Сейчас, простите, скотч. Я его не заметила. Я его не заметила. Не заметила я его. И да, это еще один крест Флоренцо. Трехцветный, обалденный, красивый, дорогой. Вот он, Флоренцо. Вот в таком замечательном состоянии. Прям забор. Ой, как мне нравится этот забор, девчонки. Девчонки. Мальчишки, вы не представляете, как... А, сама себе сижу, распаковываю. Еще одна коробочка. Мне уже не хватает места. Но я справлюсь. И что это? Перед нами двухцветный крест Флоренцо. Это никакой не брак. Никаких тут, все здесь, все хватает. Все здесь, нету никаких там потерь. Сами посмотрите, здесь оно не предполагается. Если здесь для этого сделано специально, видите, приступочка такая, вот выступ. Здесь это просто двухцветный крест. Они есть двухцветные и есть полностью одноцветные. Прекрасный, красивый, дорогой, очень замечательный. Из минусов. Чуть-чуть погнутая, видите, булавка. Но я сама бы могла бы это распрямить, но я отдам ювелиру, потому что я боюсь этих крестов. И, естественно, это Флоренцо. Вот такое, это из минусов. Но это ерунда, это исправляется за очень быстрое количество минут. Он просто проходит с каким-то специальным инструментом и все. Сами видите, в прекрасном состоянии, грязненький, но не умаляет его величия. Вы посмотрите на эту красоту. И еще одна последняя коробочка. Сейчас посмотрю последняя. Так. 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 Ой, как я люблю это все. Я так это все люблю. Ой, какая красивая коробочка. Сейчас попробую. Видите? Она еще и перламутровая. Если вы думаете, что там кресты Флоренцо, то нет. Здесь желтая бумага. Через камеру смотрю, пытаюсь найти, где. Вот. Здесь. Это клипсы крестов Флоренцо. Красота вообще просто. Наверное, здесь, да.
Красота. Боже, как же это красиво. Девчонки, сейчас. Сейчас. Я, конечно, понимаю, уже остальные брошки так тихо это и заунывно. Но. Это клипсы Флоренза. Флоренза. Вот какую красоту надо показывать, а не книжки листать и медяхи смотреть. К сожалению, попадался только один цвет. Я очень хотела купить зеленый-синий, но, во-первых, на него поставили просто космическую цену, и у меня не получилось. Но когда я еще нашла клипсы, я тут не стала расстраиваться. Я поняла, что, как говорится, если Бог дает кость, делай из нее бульон. Поэтому вот она вся распаковка, всего лишь одна посылка, вся перед вами. Ты что так тут там, это как будто не родная это. Можно я ее сюда перенесу? Ну, просто как-то это плоховато легла. Поэтому то, что подарить, я приклею, потому что мне сейчас надо срочно это было посылку заснять. Тут есть крест на заказ, вот он, который я привозила, и мне его следует отдать, поэтому я делаю распаковку. Не волнуйтесь, все будет прилеплено к видео, прилеплено, естественно, смонтировано то, что вам будет в подарок и что мы разыграем, поэтому я своих подписчиков без подарка не оставлю. Полюбуйтесь, пожалуйста, еще вот этой вот картиной, полюбуйтесь. Знаете, мне что это напоминает? Кресты, яблоки, короны. А знаете, такое христианское восхождение крестоносцев, яблоко, там это Ева, вкусившая яблоко. Смотрите, так это показываю, откусанное. Золотые яблоки из сада Господня из рая, такие вот кресты, в общем, королевская власть, которая потом приходит, Санреал, просто, знаете, такой христианское, такой прям религиозный какой-то подтекст. Ни в коем случае никто не обижайтесь, я вообще не со зла ничего говорю, лишь мои ассоциации, это красиво, это очень дорого, это роскошно. Мне, поверьте, очень много времени пришлось это все подбирать, поэтому я надеюсь, что вам все это понравилось. Два трехцветных креста, один одноцветный, клипсы, вот этот замечательный Джоан Риверс, Давид, золотое яблоко на Пьер, красное яблоко на Пьер. Это красиво, это просто шикарно. И, пожалуйста, не забудьте подписаться, поставить лайк, написать комментарий. Я уж думаю, комментарии этого уж явно не поскупитесь, тут такая красота. Поэтому помните, ваш лучший винтажный блогер России для вас находит только самые красивые вещи и показывает их для вас. Всегда с вами ваша Яна на диване. А сейчас я расскажу то, что вы получите в награду. Всего доброго! А вот уже прошло время, да, я видео снималась раньше, мы всегда снимаем немножко раньше видео. Ну, не всегда, кстати, да, чуть я как-то. Вот. И, как вы помните, вот такие капли, одна отсутствовала, каплевидной формы. Я нашла в своих закромах вот такие вот прелестные. Дозвонилась до своего ювелира, который чуть ли там не партизанскими тропами вышел на работу. Мы там закрылись в этой каморке. И сделали очень даже все хорошо и замечательно. Он, видите, все, как говорится, все сделано аккуратно, посажено на ювелирный клей и крест. И крест заиграл новыми красками. Мы еще один цвет подбирали, у меня был цвет. Ну, вообще не смотрится, кроме белого здесь ничего. Просто теряется вот здесь этот глубокий красный. Так, сейчас я буду дальше еще рассказывать. Все, вы увидите, а сейчас дальше обещанный сюрприз. Всего вам наилучшего. Помните, за радость и за красоту подписка обязательно. Всего вам самого наилучшего. Помните, вы смотрите всего лишь самого лучшего блогера России, который рассказывает и показывает самый красивый винтаж.
А это так мы ложимся спать. Поза называется тюленик. Мефодь, ты тюленик, Мефодь? Мефа, ты тюленик? Посмотри, какой красивый, ровный тюленик. Мефодик, ты такой тюленик. А это неуклюжий папа.